Вы хотите иметь необычного, незаурядного друга. Вы мечтаете об элегантной, красивой, но совершенно естественной собаке, которую не сильно изменил человек. Вы готовы жить рядом с четвероногим приятелем, который подчинится вам, только если будет уверен, что так надо, и не подчинится, если его мнение расходится с вашим, который позволит себе судить ваши поступки. Тогда эта собака для вас. Акита. Акита – японская порода. Это означает, что работа с ее высококачественными представителями началась в конце 60-х годов 20 века, когда они попали в Европу. Если принять во внимание языковые трудности, а также не слишком сильное желание японцев давать европейцам информацию, советы и хороших щенков, станет ясно, как трудно было развивать эту породу в Европе. Сейчас положение изменилось, поскольку японцы установили добрые отношения со многими западными собаководами. Кроме того, в Европе уже существуют качественные линии породы. И нет больше необходимости привозить щенков с их родины. Многие заводчики и ценители собак выбирают акиту, потому что они любят японскую культуру и японские виды спорта. Интересно, что собак этой породы держат многие приверженцы боевых искусств. Заводчик, который предоставил своих собак для съемок нашего фильма, является тренером по дзюдо. Его интерес к аките связан с тем, что он очарован далекой Японией. Многие люди, увлекающиеся восточной культурой и историей, приобретают акиту по тем же причинам, по которым приобрели бы произведения японского искусства. Им хочется иметь у себя дома частицу этой загадочной страны. Акита – это регион, точнее, префектура, находящаяся на северо-западе главного японского острова Хонсю. Долгое время официально порода именовалась Акита Ину, потому что Ину по-японски – собака. Но ни один японец никогда не называл так своих животных. Сейчас Международная федерация собаководов упростила название породы, убрав слово «ину». Но и просто «акита» — странное название породы для японца. Для него это географическое название. Попросить японца продать вам акиту — все равно, что попросить заводчика бергамских овчарок продать вам ломбардию. Он не сразу поймет, что вам нужен щенок, а не область Италии. Если вы хотите купить щенка в Японии, надо называть его Акита Кен. Кен по-японски тоже значит «собака». Только так эту породу именуют на ее родине. У породы акита очень долгая и сложная история. Началась она в доисторические времена. Находки археологов доказали, что такие собаки жили в Японии еще 7000 лет назад. Поскольку акита внешне похожа на северных собак, можно предположить, что ее предки сопровождали кочевые племена Азии. Переселившись в Японию, эти предки скрестились с местными собаками. Так возникли разные типы породы, отличающиеся друг от друга. Тип акита развивался в области, оказавшейся в географической изоляции от остальной Японии, из-за сурового климата и из-за особенностей рельефа острова Хонсю, который покрыт труднопреодолимыми горами. Как бывает в случаях изоляции, порода стала чистой и стабильной. В области акита основным средством существования людей была охота, и собаки выращивались в основном для этого занятия. Поэтому сначала порода называлась Матаджи-кен,
То есть собака-охотник. В эпоху Эда, то есть с 1603 по 1867 год, произошли самые крупные потрясения в истории породы акита. Сначала эти собаки были маленького и среднего размера, но открытие в области акита месторождения золота и политическая нестабильность, то есть многочисленные феодальные войны, сделали обитателей этих краев недоверчивыми и осторожными. Именно это, очевидно, привело к увеличению размеров собак, которым теперь была поручена охрана и защита, а значит, их вид должен был стать более грозным. В эпоху Эдо население области подчинялось сёгуну, высшему военному правителю. Пятый сёгун, Цанай Иоши, родился в год собаки. В знак почтения к своему животному покровителю он вел суровые законы в защиту собак. Тех, кто плохо с ними обращался, сажали в тюрьму, а в некоторых случаях казнили. В Эдо, столице Японии того времени, был построен приют для собак площадью 530 тысяч квадратных метров. Собаками обладали только богатые и знатные люди. Существовала так называемая иерархия поводков. По их цвету можно было определить социальный статус владельца собаки. Такое положение вещей прекратилось в эпоху Мииджи, которая длилась с 1868 по 1912 год. В этот период вошли в моду собачьи бои. Сначала их целью было поднятие боевого духа самураев. Но вскоре эти схватки стали любимым зрелищем народа, во время которого активно делались ставки. По страсти к азартным играм японцы не отличаются от остальных жителей Земли. Сначала в боях участвовали собаки породы тоза. Тоза Кен или Тоза Ину. Здесь мы видим тозу современного типа, но когда-то эти собаки были меньше, чем акита. Впоследствии они были скрещены с иностранными породами, сенбернаром, мастифом и буль-мастифом, в целях увеличения их размеров. Результаты были достигнуты быстро. Появилась собака огромного роста, но не очень чистопородная. Породу акита в то время называли тайкан-кен, по названию города Тайкан. К сожалению, и эти собаки были скрещены с собаками породы тоза в эпоху Тайшу. Она длилась с 1912 по 1925 год. Людям хотелось, чтобы собака размеров тозы имела смелость и боевитость тайкана. Однако при скрещивании лишь пострадала чистота породы. Кроме того, в начале 20 века в Японии вдруг вспыхнула ненависть к собакам, их стали уничтожать. Этим можно объяснить, почему в 1920 году комиссия, уполномоченная найти породу, достойную титула «Национальное сокровище Японии», не обнаружила ни одной собаки, достойной такой чести. Этот факт задел за живое жителей Одаты, одного из городов префектуры Акита, и они принялись выводить чистокровных собак, чтобы представить их на суд комиссии, ищущей национальное сокровище. Эта работа продолжалась 11 лет. И в 1931 году комиссия внесла собак породы Акита в список японских древностей, нуждающихся в охране, назвала их национальным сокровищем, установила официальное название породы и издала нечто вроде ее стандарта. То, что случилось в дальнейшем, дало начало разногласиям, которые долгое время имели место в собачьих конкурсах во всем мире и особенно в Европе. Порода акита была признана в виде двух главных линий крови. Линии дева, в которой сохранились следы скрещивания с собаками сторожевого типа, и линии икиносеки, более похожие на древнего прародителя породы. Соперничество этих ветвей шло с переменным успехом, но на родине породы линии Дева стало постепенно идти на убыль, пока не исчезло совсем. В Японии произошло то, что бывает и в других странах. Особи, сохранившие черты сторожевых собак, больше не ценились на родине. Их продавали за границу, особенно американцам, первым иностранцам, проявившим интерес к аките. Тем временем и другие страны, особенно европейские, также открыли для себя эту породу. Заводчики отправлялись в Японию для покупки щенков и увидели там акиту, совсем не похожую на американскую. Тут началась настоящая война. Каждый собаковод утверждал, что именно он владелец истинной акиты.
Действительно, и европейцы, и американцы покупали щенков в Японии часто по бешеным ценам. Родоначальники как европейской, так и американской линии имели массу титулов. На конкурсах соревновались акиты, которые казались представителями двух разных пород. Судьи, вероятно, в отчаянии хватались за голову. После длительной неразберихи Международная федерация собаководов отдала предпочтение японскому типу акиты. По двум основным причинам. Во-первых, родина породы играет решающую роль в ее выведении, значит, истинный тип, тот, что развивался в Японии. Во-вторых, гораздо логичнее добиваться расцвета исходной линии породы, а не той, что загрязнена неестественными скрещиваниями. Особенно если исходный тип более красив, более элегантен и обладает особым обаянием. Впрочем, представители США не разделяют этого мнения, в частности, потому что американский клуб Kennel не связан с Международной федерацией собаководов и вырабатывает свои стандарты самостоятельно. В США акита все еще имеет черты сторожевых собак. Они тяжеловесны, у них более длинная шерсть. В Америке акиту даже любовно называют «собака-медведь». Там часто встречаются кобели весом 60 килограммов, в то время как японский кобель весит чуть больше 45. Сейчас этой проблемой занят весь мир, так как в последние годы порода распространилась повсюду. В Италии, Франции, Чехии, Бразилии разводят японскую линию породы. В Англии, Норвегии, Венгрии, Финляндии – американскую линию. Поэтому недавно было одобрено официальное разделение породы акита на две отдельные породы. Пока неизвестно, как будет назван американский тип. Японцы не дают разрешения именовать этот тип акита. В Японии стандарт акита был выработан четырьмя разными ассоциациями. Позже японский клуб Kennel передал Международной федерации собаководов стандарт, который мы и опишем в нашем фильме. В целом акита должна выглядеть как собака значительной массы, крепкого, пропорционального сложения, с прочным скелетом, внешность ее должна выражать благородство, достоинство и в то же время простоту. Вторичные половые признаки должны быть ярко выражены. Соотношение длины туловища к росту в холке 10 к 11. Размеры черепа пропорциональны размерам тела. Лоб широкий, с четким профилем, с хорошо заметной лобовой складкой, без морщин. Нос большой, черный. Только у собак белого окраса допустим коричневый нос. Морда слегка вытянутая, крепкая, широкая у основания, сужающаяся к носу, но не заостренная. Зубы сильные, прикус типа ножницы. Губы плотно прилегают к челюстям. Глаза относительно небольшие, почти треугольной формы, средне расставленные, темно-коричневые. Чем они темнее, тем лучше. Уши небольшие, плотные, треугольной формы, слегка закругленные на кончиках. Средне расставленные, стоячие, направленные слегка вперед. Шея крупная и мускулистая, без складок, размер ее пропорционален размеру тела. Спина прямая и крепкая, поясница широкая и мускулистая. Грудная клетка слегка округлая. Живот втянутый. Хвост высоко прикрепленный, крупный, пышный, закручен вверх к спине. Плечи слегка скошенные, хорошо развитые. Предплечья прямые и сильные. Локтевые суставы плотно прилегают к торсу. Задние конечности хорошо развитые, сильные, слегка угловатые. Стопы большие, круглые, изогнутые, компактные. Движения мощные и плавные. Шерсть состоит из грубых длинных волос и мягкого плотного подшерстка. Холка, крестец и хвост покрыты несколько более длинной шерстью. Предпочтительные окрасы – рыжий, тигровый и белый.
Собаки всех окрасов, кроме белого, должны иметь ураджиру, то есть белесые волоски по бокам морды, на щеках, под нижней челюстью, на шее, на груди, на животе, на нижней поверхности хвоста и на внутренних поверхностях конечностей. Черная маска является большим дефектом. Рост в холке 67 сантиметров для кобелей и 61 для сук, плюс-минус примерно 3 сантиметра. К сожалению, стандарт Международной Федерации Собаководов слишком обобщен и расплывчат. Гораздо более точен стандарт, разработанный АКИХО, японской ассоциацией, которая имеет представительство в Калифорнии и в Италии. Рекомендуем любителям породы прочесть этот стандарт, хотя в нашем фильме мы его не приводим. В нем даны точные размеры собаки и описаны важные особенности, позволяющие понять разницу между качественным и посредственным представителем породы акита. Помимо более или менее строгих правил, установленных стандартом, существуют качественные характеристики акиты, которые трудно точно описать словами. Например, величавость, достоинство, сдержанность, которая является вовсе не признаком холодности, а естественной склонностью собаки вести себя благородно и смело в любой обстановке. Щенки акиты так же ласковы, как и все щенки на свете. Но взрослая собака выражает свою любовь к хозяину более спокойно, с поистине восточным благородным почтением. Это не значит, что собака привязана к хозяину меньше, чем представители более известных пород. Акита способна на очень глубокую привязанность. Во многих японских легендах и в рассказах о реальных событиях говорится о собаках, оставшихся верными хозяину после его смерти, ежедневно приходящих на его могилу или умерших от тоски по нему. Человек, хорошо знающий акиту, рассмеется в лицо тому, кто назовет ее холодной и бесчувственной. Но у дилетанта действительно может возникнуть такое впечатление, особенно после общения с собакой, которую он видит впервые. На ласковые слова, ласки и другие проявления дружелюбия акита ответит отстраненным взглядом, в крайнем случае слабым намеком на помахивание хвостом. Скорее всего, она отвернется, демонстрируя отсутствие интереса к незнакомцу. Но разве, встретив самурая, вы стали бы ждать от него громких приветствий и похлопывания по плечу? Да, с незнакомцами акита ведет себя как мраморная статуя. Но в собственной семье она совсем другая. Добрая и ласковая, хотя и выражает любовь сдержанно. Описывая характер акиты, японцы используют выражение «врожденная доблесть». Эти два слова объясняют почти все. Доблестная собака не должна знать ни страха, ни робости. К тому же она добрая, уравновешенная и искренняя от природы. Конечно, она не станет терпеливо сносить надоедливые приставания, но на любезное обращение она никогда не ответит агрессией. Только если акита почувствует угрозу, или если кто-то дерзнет захватить ее территорию, она отреагирует, как подобает доблестному воину, даст отпор. Это качество делает акиту прекрасным сторожем, хотя не все особи одинаково усердно несут эту службу. Пожалуй, единственный недостаток акиты – то, что она не может забыть свое бойцовское прошлое. Ей трудно жить рядом с другими собаками. Речь идет о животных одного пола. Собаки же противоположного пола ссорятся редко. Одного взгляда дамы достаточно, чтобы объяснить, она хочет побыть в покое. А вот два кавалера, встретившись, непременно повздорят. В Японии собак выводят на соревнования слегка разозленными, это помогает продемонстрировать их отвагу. Но не способствует сглаживанию острых углов их характера. Впрочем, японцы вовсе не стремятся развить в собаках общительность. То, что собаку перед соревнованиями злят, помогает также оценить ее характер –
Она должна быть решительной, готовой драться до последней капли крови. Робость и покорность считаются большими дефектами характера. Ведь Акита родилась в стране самураев и камикадзе. Японцы очень ценят мужество и презрение к опасности. Западные люди придают меньше значения этим качествам и стараются не стимулировать агрессивность собаки, а напротив, социализировать ее в раннем возрасте. Она должна расти рядом со взрослыми животными для того, чтобы изучить законы собачьей стаи и ритуальные жесты капитуляции. Это важно, чтобы в будущем избежать драк. По сути дела, Акита — собака, стремящаяся господствовать. Смотрите, как смешно этот щенок сдается своему папе. Он признает его победителем, падая перед ним вверх животом, но делает это очень быстро и тут же снова высоко поднимает голову. Положение сдающегося не слишком присуще этим собакам, даже когда им всего 3 месяца от роду. Как бы то ни было, социализация щенков позволит вам в будущем участвовать с ним в выставках, не боясь собачьих потасовок, или гулять в парке с компанией псов, не опасаясь, что они подерутся. Ваша собака не станет настоящим самураем, но вам будет спокойнее жить. Не беспокойтесь. Социализированные собаки все равно сохранят свою доблесть. Если их разозлить, они сразу ее покажут. Очарование Акиты заключается именно в том, что при элегантной и гармоничной внешности у нее необычный характер, о котором говорит смелый взгляд, величавые позы и прочие внешние проявления отваги и врожденного обаяния. Акита должна поражать людей с первого взгляда. Если она не обладает даром привлекать внимание, это некачественная Акита. Важно, однако, чтобы эти ее свойства были врожденными, а не искусственно привитыми. Красота этой собаки в ее простоте. Ее голову называют симфонией треугольников. Треугольник — самая совершенная геометрическая фигура, именно потому что она наиболее проста. У нее всего 3 стороны. Тело Акиты, по мнению японцев, стоит на ногах так, словно вросло в землю корнями. Все эти поэтические образы — попытки описать словами то, что по сути неописуемо. Притягательность Акиты обусловлена чувствами, а не реальными фактами. Новорожденный щенок вовсе не кажется Акитой. Окрас у него пока неопределенный. Он похож на прелестный меховой шарик с висячими ушками и с мордашкой медвежонка, вовсе не выражающий почтительность. Но уже в 2 месяца наш герой становится доблестным воином, стремящимся решительно преодолевать даже самые сложные препятствия. Возможно, ловкости ему пока не хватает, чего не скажешь о смелости. В 3-4 месяца он уже маленький самурай. Ушки стоят еще не совсем торчком, хотя и стремятся к этому. Но щенок уже, без сомнения, полон мужества, а его острый взгляд оценивает мир явно критически. Акита — собака, мало измененная человеком. В ней сильны инстинкты дикого предка, как и у северных собак, на которых она похожа. Это значит, что Акита быстро достигает зрелости, и что у нее нет потребности постоянно находиться рядом с хозяином. Она уверена, что сможет выжить и без него. Легко представить, каковы последствия такого убеждения, особенно при дрессировке. Овчарку, например, очень легко научить прибегать на зов. Она чувствует себя более уверенно рядом с хозяином и бежит к нему, чтобы быть под его защитой. Акита, наоборот, слишком уверена в себе. Ей никто не нужен. Поэтому она имеет склонность к побегу, правда, чаще ненадолго, для изучения окружающего мира. К сожалению, этот мир полон автомобилей и других опасностей. Некоторые хозяева, боясь побега, держат Акиту на привязи. На самом же деле, эту собаку вполне возможно научить прибегать на зов. Следует начать обучение в раннем возрасте, когда щенок еще не уверен в себе, а следовательно, стремится быть рядом с хозяином. Затем надо установить правильное отношение с собакой. Она не будет безоговорочно подчиняться хозяину.
Она станет слушаться лишь того, кого уважает, кому доверяет, кому оказала честь своей дружбой, кого считает надежным и стоящим вожаком. Если хозяин сможет выглядеть в глазах Акиты таким вожаком, она станет прибегать на его зов, как немецкая овчарка, а значит, можно будет освободить ее от привязи, конечно, в безопасных условиях, и разрешить ей играть и гулять, зная, что она без лишних уговоров прибежит на зов. Кстати, об играх. Многие считают, будто Аките неизвестны такие развлечения. Это заблуждение опровергает тот факт, что Акита с удовольствием играет со своими собратьями, если ее верно социализировать. Ей нравится играть и с хозяином, хотя иногда она предпочитает более спокойные и интеллектуальные занятия, например, интересное чтение. Но шутки в сторону. Установить хорошие отношения с собакой необходимо. Ласка и игры – лучшее средство для того, чтобы ваш пес не рос упрямым и непослушным. Если вы сумеете развить в собаке все ее достоинства – твердость, нежность, спокойствие и уравновешенность – вы сможете во время прогулки с Акитой с удовольствием наблюдать, как она следует за вами без поводка. В Европе Акита в основном используется как собака-компаньон и собака для выставок. Представители этой породы в последние годы побеждали на самых престижных собачьих конкурсах. Но чтобы ваша собака стала победителем, нужно долго готовить и воспитывать ее. Прекрасное упражнение – бег за велосипедом. Его можно практиковать, начиная с 7-8-месячного возраста. Постепенно надо удлинять маршруты пробежек, выбирая для них самое прохладное время дня. Появляясь на выставке, собака должна демонстрировать свою врожденную доблесть, поэтому хозяин ведет ее, подтягивая поводок вверх, чтобы показать форму головы и выражение глаз. Акита является символом страны, культуры, образа жизни, отличных от западных, и она этим гордится. И все же Акита — собака, с присущими собаке эмоциями, чувствами и непосредственностью. Надо помнить, что за ее смелым обликом кроется простое и чистое существо, которое нуждается в вас, зависит от вас. Ведь даже самураям, и двуногим, и четвероногим нужна любовь. Хотя двуногие в соответствии со своей культурой и воспитанием это скрывают. Акита же не имеет традиций и культуры. Она только собака с большим собачьим сердцем. Если вы отнесетесь к ней с любовью, она ответит вам тем же и в свойственной ей сдержанной манере, даст вам это понять.